Здравствуйте. Я поздравляю с наступающим 2020 годом всех русских добровольцев и вообще всех хороших русских людей, которые еще могут стать добровольцами. Даже если они еще об этом не знают, все равно мы знаем, что они могут стать добровольцами. На самом деле, прошедший год был тягомотным, мало что решающим и очень сложным для многих из нас. Время тревожное. Как обычно в России, время тревожное. В России почти всегда время тревожное. Если вдруг в России наступает время бестревожное, то это обычно плохой признак. Поэтому я желаю всем добровольцам быть готовыми к этому тревожному времени. Быть готовыми физически. Джентльмены, держитесь за свое здоровье. Пожалуйста, вспомните о том, что оно у вас должно быть. Я, например, честно говоря, устал за прошедший год провожать в последний путь хороших бойцов и командиров. И я понял бы еще, если бы они, как, например, Олег Мамеев, Мамай, пали бы на поле боя. Так нет, молодые относительно люди умирают в мирной жизни. Инфаркты, инсульты, всякие прочие заболевания. Друзья, держите себя в форме. Вы все еще очень понадобитесь нам всем, родине нашей, прежде всего. И вообще всем, конечно, удачи. Прежде всего, удачи тем русским добровольцам, тем русским бойцам, которые находятся на линии соприкосновения, которые до сих пор служат на передовой. Именно сейчас, в ближайшие времена, будет решаться вопрос о том, быть России или не быть. И если быть России, то какой ей быть? Какой быть нашей стране? Поэтому давайте сосредоточимся. И давайте вспомним о том, что не так-то много на самом деле русских людей осталось. И давайте вспомним о том, что наш долг и обязанность прямая – помогать друг другу, беречь друг друга, беречь русских людей. И не потому, что это какая-то аморальная обязанность. Это и прагматическое обязательство. Прагматическое обязательство перед грядущими поколениями. Если мы хотим, чтобы наша страна жила, чтобы она была свободной, независимой и могучей, мы должны быть вместе, держаться, сосредоточиться и быть готовыми к любым поворотам судьбы. Я желаю всем вам, всем нам максимальной удачи и максимальной готовности. Счастливого 2020 года!